Stand by, have a ground, X-ray 1, ready to check, taxi to 1-2. And X-ray runway 7, hold, taxi to runway 1-2, hold short runway 7, beam attack. Roger that. Вечер. Сейчас 6 часов, 6.05 вечера. Сегодня предстоит очень интересный полет на запад, на заходе солнца из города Диленд в город Crystal River, то есть Кристальная река. Такой кросс-кантри полет на примерно час туда, час обратно. Посмотрим, как это будет выглядеть. Мы планируем взлететь с Диленда. В Диленде у нас сегодня хорошая VFR погода. Ветер 40 градусов, 8 узлов. Видимость 10 миль. Облака Broken 7500 и Overcast 9000. Это для VFR нам подходит. Также плюс 30 градусов температура, точка росы 21 и altimeter settings у нас 3000 инчи, высокое давление. Вот, скорее всего, будем взлетать с пятой полосы, посмотрим на остановку, но если получится, то с 23, потому что нам так будет удобнее выйти сразу на запад, чтобы не делать развороты лишние. Посмотрим по обстановке вокруг. Так, мы планируем взлететь правым разворотом сюда, дойдем до этой точки и вот здесь повернем направо, на запад. Нам здесь необходимо будет пройти между двух зон сверху. Это у нас запретная зона, вот этот зеленый треугольник, он запретный, в нее залетать нельзя. Она у нас начинается с surface to 6000 MSL, то есть она начинается с поверхности Земли до 6000 футов над уровнем моря. Слева от нас класс Bravo Airspace, он также начинается от 6 до 10, то есть выше 6 нельзя лететь в этом airspace, в этом пространстве. И также необходимо иметь допуск на полеты в классе Bravo, потому что здесь находится аэропорт Орландо, международный, поэтому он так выделен синим цветом. Поэтому нам необходимо здесь пролететь, это примерно получается, 5 миль. Далее мы также полетим на запад, Здесь находится по пути аэродром Lisburg International, он находится в классе Delta, Delta Airspace. Мы тоже в него залетать не будем, пройдем рядышком, где-то на удалении 5 миль, немножко придется отвернуть. И далее, мимо Rutland Runway, это частный аэропорт, должны прилететь вот сюда, город Crystal River. Тут имеется две полосы. Этот город находится на берегу, на западном берегу Флориды. Вот, согласно погоде, погода там сейчас, ветер 290 градусов, 8 узлов, видимость также 10, clear below 12,000 feet. Это имеется в виду, что нет облаков ниже 12,000 футов. И altimeter settings 30.06, тоже высокое давление, даже выше, чем здесь. То есть, получится, согласно ветру, мы можем рассчитывать заход с прямой на полосу 27. Также аэродром является неконтролируемым, там нет диспетчерской вышки, поэтому, как и в Диленде, поэтому будем оповещать в эфир наши действия, все наши развороты, снижения и прочее. Так, ну, предварительно получается
73 мили между городами, плюс-минус. Планируем сжечь топливо где-то 6,5 галлонов. Время в пути 55 минут займет. Ну и так, соответственно, обратно тоже. По поводу Натама. Натама в Диленде я посмотрел также. У нас runway 30 precision approach, path indicator, out of service. Expiration estimate, то есть estimated до 2025 года, до января. Ну, грубо говоря, целый год не будет работать система точного захода на посадку на полосу 3.0.30 в городе Ленд. Ну, нам она не потребует, у нас заход будет визуальный, погода хорошая. И в Crystal River тоже ничего особенного по Натамам. Ничего, для нас это все по точным заходу на посадку, все Натамы. Вот нам также система в Диленде предлагает рассчитывать самоветер, то есть для полосы 5.23 Runway 05 Best Wind, то есть лучший ветер для этой полосы, скорее всего, с этой полосы будем взлетать. Указывается также длина полосы 1300 метров, 1311, 23 метра ширина, и имеется вторая полоса в Диленде 12.30. Также нам подходит зелененький, это ветер подходит. Два узла встречно будет слева 8, на если будет полоса 12, то есть у нас будет либо 12 полоса для взлета, либо северо-восток 5. Вот. Но если 5, то боковой один узел и встречный 8 узлов. Посмотрим. Сегодня я также планирую параллельно получить, это будет являться cross-country полет, то есть более 50 миль, соответственно, является cross-country flight, и я планирую получить допуск на night PIC, то есть выполнение полетов в ночное время суток с пассажирами. То есть мне для этого мне необходимо совершить 3 посадки, full stop landings. Full stop имеется в виду, необходимо два варианта, либо остановиться на полосе полностью и после этого продолжить взлет, взлететь, либо можно остановиться на полосе, срулить с полосы на taxiway и снова занять исполнительный и еще раз взлететь. То есть всего должно быть 3 или более посадки за 90 дней, чтобы получить PIC. Вот сегодня я планирую, либо мы здесь делаем 2 захода, две посадки, третья будет в Диленде, либо здесь сделаем один заход, одна посадка, и вернемся в Диленд, сделаем две посадки в Диленде. Все это даст мне возможность далее летать как командир, как КВС PIC, ночное время суток. Ночное время суток здесь считается, согласно документов, конкретно ночные полеты, это час после захода солнца, час и один час до восхода солнца, то есть включая этот промежуток времени, включается, имеется в виду, что в этом промежутке времени все полеты будут считаться ночными. Но по Диленду также превышение Диленда 62 фута и заход солнца планируется сегодня у нас в 11.54 Zulu time, то есть это время UTC, восход в 10.53. Вот, так что да, время у нас сейчас с UTC минус 4 часа. То есть, если заход у нас солнце планируется 11.54 Zulu time, мы должны отнять 4 часа. Это получается 7.54 Zulu местного времени, восточное побережье Флориды. И имеется, значит, получается, после 7 часов 54 минут будет считаться ночное время. То есть мы взлет планируем сегодня в 7.30 вечера. 7.30. Если так все и будет, то через 25 минут после взлета это будет считаться ночной полет. А время от взлета до этого момента это будет считаться все еще дневной полет. Ну, по расчетам моим, примерно наш полет сегодня туда-обратно займет около 2,5 часов, может быть 2.20-2.15. Соответственно, минус 20 минут, возможно, скорее всего, это будет где-то час 40, час 50 ночного, и остальное 20-25 минут будет
дневное время. Как-то так. Ну, поехали в аэропорт. Самолет, кстати, сегодня будет у нас другой, новый самолет, я на таком не летал еще. Это Cessna 152, это двухместный самолет, она внешне похожа на Cessna 172, 172 Cessna, но имеет всего лишь два места, 172 Cessna имеет 4 места, то есть это самолет на двоих. Расход у него топлива примерно такой же. Чуть-чуть она поэкономичнее, пишут в технических документах, что у нее расход 6 галлонов, 6.1 в час. А у 172 Cessna она немножко побольше, потяжелее, у нее расход около 6.5-7 галлонов в час. Полетим сегодня опять с девушкой, с той самой, с инструктором, с кем я уже летал свой крайний полет, который давал мне допуск на High Performance Aircraft. Вот. Так что она предложила слетать в любой, абсолютно любой город. Но мы выбрали город Crystal River, западное побережье Флориды, около на Мексиканском заливе. Поэтому, думаю, полет будет красивый на закате. Обратно будет полет идти, проходить на восток. И уже будет темно. Прилетим, уже будет темно. Кстати, были у друзей вопросы по поводу наушников. Почему наушники с собой? А в Штатах, в США, все пилоты, все студенты обучаются, которые летают уже, они носят с собой свои персональные наушники. То есть это не у нас в училище, в России было. Наушники были все общие в самолетах. Они были, так сказать, закреплены за каждым самолетом, они оттуда не вытаскивались, не снимались. Здесь каждый пилот, студент, абсолютно любой авиашколы имеет свои наушники. Сами покупают наушники, предпочтения у всех разные, кто-то дорогие берет, кто-то берет более дешевые. Но в целом, даже в авиакомпаниях, такой авиакомпании, как Southwest Airlines, то есть они летают... лоу-кост компания на Boeing 737. Все пилоты там также покупают свои персональные наушники. В некоторых больших компаниях, может быть, это предоставляется, но вот в таких компаниях все комплекты, все headset, наушники пилоты покупают сами себе. Также они покупают себе здесь и форму. То есть у нас привычно в России было получить форму на складе, пойти померить, не понравилось, поменял что-то там, взял еще. Здесь форма покупается каждым пилотом за свои деньги. По крайней мере, это происходит в компаниях JetBlue, Frontier, Southwest, все low-cost компании. Они эксплуатируют Airbus, Boeing, Embraer, и все равно по правилам компании они покупают форму сами. Кстати, многие берут с собой в ночные полеты фонарики специальные. Я тоже взял такой сегодня. Он имеет обычный режим для внешнего осмотра самолета, либо какого-то внутреннего. И также он имеет режим вот такой красный.
Для чего нужен красный? Во многих полицейских машинах, как вот, вот это. И также в ночных полетах используют красный цвет для того, чтобы глаз более быстро перестраивался с яркого освещения в ночное, то есть темное. То есть аккомодация глаза занимает более короткий период времени. Если тебе что-то надо подсмотреть, написать, подсветить в ночное время в кабине, то используются красные фонарики, красный свет, красные лампочки. Вот, как-то так. Заехал в европейский магазин. Магазин европейских товаров. Думал взять шоколадку с собой. В полете погрызем. Лететь долго. Поэтому есть чем заняться. Привет. Вот такие. Да, пятая полоса в работе. Самолет сейчас залетел оттуда. Вот туда. А здесь у нас обитает вот такая живность. Летающая. Летают себе, никому не мешают. Привет. Привет. И тебе привет. Там аэродром уже. Давайте пакет два. Видишь, постом помахал. Счастливого пути, значит. Ну вот, приехал в аэропорт. Сегодня аэропорт закрыт, выходной. Здесь в субботу, воскресенье, выходной в аэропорту. Поэтому заходить надо через секретный код, через специальную дверь. А так можно было бы зайти через него, если был бы
будний день. Ветра сегодня нет, кстати, хорошая погода. Не ощущается ветер даже. Инструктора и пойдем искать наш самолет. Здесь сделаны такие кресла-качалки в аэропорту, можно расслабиться перед полетом или после полета. А там ресторан. Там шумно находится ресторан. Можно прилететь, также пообедать, позавтракать, поужинать. И дальше лететь. Все, будем ждать. Кстати, вот здесь находится как бы офис шерифа, то есть ангар шерифа. Вот машина стоит шерифа. И у них там своя заправка, свой вертолет. Когда при необходимости они выкатывают этот вертолет, и он летает, где-то совершает патрули. Все такое. Солнце уже садится. Через полчаса уже будет прям закат.
Amazing.
I ain't that innocent.
прилетели мы. Вон наш самолетик стоит. Ветра нет, спокойно. Ресторан все еще работает, кстати. Но не в этот раз. Слетали мы в 4 города вместо одного. Мы долетели, точнее, до нашего пункта назначения сначала. До Crystal River аэропорт. Потом взлетели, полетели в Венес. Венес аэропорт. Это примерно 10 минут лета. Приземлились там. Потом взлетели, полетели в город Матила. Это у меня, кстати, есть видео на канале. Там, где проходили детские полеты в одном из дней. Да. Один день там были детские полеты. Мы там летали. Там мы заправились и прилетели, вернулись в Диленд. Всего налетали 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. Как я и говорил, нам пригодился красный фонарик, потому что освещение после того, как мы заправились, запустили самолет, освещение приборов стало очень тусклое. В принципе, лететь можно, но не совсем комфортно было, и поэтому у нее и у меня был красный фонарик, мы достали его и на последнем перелете, так сказать, сегменте использовали его для подсветки приборов. Но это бывает нормально. Ничего такого прям криминального нет. Вот такой получился ночной полет. Очень спокойно, атмосфера спокойная. Ветра почти не было. Ветра почти не было. А все аэропорты, кстати, неконтролируемые аэропорты здесь работают таким образом. Я имею в виду подсветка. Огни подхода, огни приближения. Освещение, рулежные, taxiway lights, edge lights. Все эта система работает таким образом, что ты настраиваешься на частоту Unicom, точнее вышки, либо CTF, Common Traffic Advisory. То есть специальная частота существует на каждом аэродроме, аэропорту. И с помощью кликания кнопки, тангенты связи, то есть включается освещение. То есть если ты щелкаешь в течение 5 секунд 5 раз, то включаются огни средней интенсивности, то есть middle. Если 3 раза это огни слабой интенсивности, 3 раза щелкаешь. И если 7 раз щелкнуть кнопкой, то огни включаются высокой интенсивности, то есть highlight, так сказать. И они светятся в течение 15 минут. После 15 минут огни выключаются, надо повторять процедуру заново. Но этого хватает, в принципе, на удаление 10-15 миль. Включить огни хватает, тебе спокойно приземлиться и зарулить на стоянку. Вот такой маршрут получился. С Диленда полетели сюда. Здесь мы, кстати, запросили неправильный немножко маршрут, это спрямленный, но мы полетели вот сюда между, как я говорил, запретной зоной и Браво Airspace. Перед тем, как мы приблизились сюда, мы запросили разрешение, настроились на частоту военных, спросили разрешение, можно ли пролететь через запретную зону, запретную. Они сказали, что zone is hot now. Hot means, это получается, как горячая. То есть горячая, это имеется в виду, что там сейчас проходят тренировки военных, то есть полеты какие-то, может, военных самолетов и прочее. То есть когда зона hot, запрещено в нее залетать. Поэтому мы пролетели мимо, как я и говорил. Вот, пролетели до этого нашего города, Crystal River. Здесь слетали вот сюда, в Венес. Венес, Инвернес, точнее, да, город. Окей, после этого мы взлетели и полетели. Вот город находится вот здесь. Вот здесь. Вот он. Да, Матила, город. Ну, а после этого взлетели и вернулись уже обратно. Мы летели, связались опять же с военными. Они сказали, что зона cold, то есть холодно, то есть можно спокойно пересекать
эту запретную зону, мы пересекли и direct to D-Land сделали стремление на D-Land и зашли с прямой на полосу пятую. Как-то так. Кстати, здесь мы заправили наш самолет, как я говорил. Вот здесь умотили, потому что там топливо дешевле, мы залили полные баки и полетели в родную D-Land. Итого, что мы имеем на сегодня, eventually, сегодня у нас получилось два и шесть часа, кросс-кантри полет ночной. Сделали всего три посадки, три сборо. И самое приятное, что я получил ночной допуск на это aircraft single engine landing, то есть выполнил три посадки, три взлета, три full stop landing, и оно зеленым цветом, соответственно, я могу теперь летать с пассажирами в ночное время суток. Это здорово. Ну а теперь мы отправляемся в Дайтону, домой. Через неделю намечается еще один очень интересный полет, о котором я расскажу потом. Потом, как-то так. Всем спасибо, спокойной ночи и до новых встреч. Кстати, про маяк, который я рассказывал раньше. Вот такие маяки находятся в аэропортах, особенно в маленьких, очень удобно видно. Их видно издалека. А зеленый означает, что полоса свободна, либо можно взлетать. А еще бывают желтые цвета, красные, полоса занята. То есть удобная вещь, когда летишь ночью, очень далеко видно, хорошо видно, где находится вышка.